нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. Я поворачиваюсь. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. Айело ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. О. Давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Ты проиграл. Эй, какого хрена? Злости Айело хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой, сбор в 6 часов, мы опоздаем. Все будет в порядке, Дэниелс. Не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс.
Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы — последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа! О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим. Надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда. И везде. Ну, задайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен бы. Дэниел, огонь есть? Конечно. Бангалоры к заграждению! Нам нужен путь бункера! Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери бангалор! Из
справишься! Да, сэр! О, боже! Они перезаряжаются! Иди! Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи! Спасибо, друг! За мной! Вперед! Бросаю гранату! Oh, yeah.
Дэниел! Вы с Сузманом идете вперед и защищаете бункеры! Живо! Замыкающий, не отставать! Швыряю гранату! Хорошо задели! Дэниел, кинь гранату в бункер! Бросаю гранату! Первый готов! Так, бункер чист! Идем дальше! Пулеметы все еще стреляют по берегу! Надо их убрать! Прошу, помогите! Он у меня в прицеле! Спасибо, теперь я в норме! Этот убит! Они идут с востока! Бросаю гранату! Гранату!
Сюда передай! Бросаю! Артиллерия стреляет по берегу! Следующая атака наших не пройдет! Артиллерия стреляет по нашим! Есть, сэр! Я пошел! Осторожно! Янки! Фоя! Ich habe ihn im Visier!